Просто очень внимательно читаем текст. Я обычно себе прямо вот так выписываю все значения. Так, c сразу 1500, нам сразу в задаче сказано. Скорость 2, значит, v это 2. Так, f нулевой частота испускаемого сигнала, а f отраженного. И получается 749 это испускаемый. Значит, f нулевой это 749, а f мы будем искать. Просто подставляем. То есть это будет 2 равно. Так, c я сразу определю в числитель. 1500 умножить, тут будут скобочки. Давайте я f заменю на x. Мне x удобно писать. x минус 749. И получается x плюс 749. Методом пропорции можно перемножить крест-накрест. Тогда это будет, давайте вот сюда, тогда это будет 2 умножить на x плюс 749 равно 1500 умножить на x минус 749. Давайте на 2 поделим, тогда это получается x плюс 749 равно 750 умножить на x. А давайте сразу раскрою скобки. 750x минус 750 умножить на 749. Х в одну сторону. Получается 750x минус x равно 749 плюс 749 умножить на 751. Ну, получается 749x равно 749 можно вынести за скобки. Это получается 아, 지금 тут минус, когда плюс? Я запуталась. Так. Мы поделили пополам, это будет 750. Сейчас я проверим, точно ли. Да, это точно 750, то есть это будет 750. Так, здесь у нас x. И мы сюда переносим. Да, все правильно, тут вычитаем 749. Так, откуда у меня 751 получился? Да, хороший вопрос. 750. Вот же, я просто переписала. Переписала не так. 749 выносим за скобки. Это получается 1 плюс 750. Делим все на 749. Ну и тогда получается, что x равен 751.